Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать об одном таком метаморфозе, который есть в моем розарии. Это роза. Не знаю, правда, я ее название покупала давно в компании Метро на распродаже за 70, по-моему, рублей лет 6 назад, если не больше. В итоге через год была розовая розочка, вот чисто розовая, как вот эти два бутончика. И вот через год она у меня после первой зимовки стала цвести наполовину. Это один куст. Один куст наполовину цветет белыми розами, другой куст наполовину цветет розовыми розами. Вот это белая часть, а вот это розовая часть. Это действительно у меня один куст. Давайте раздвинем, покажу. Посажен один куст. И вот пошло такое разветвление на две розы, на два сорта. Между прочим, очень интересно смотрится. Всегда все обращают внимание и спрашивают, зачем я посадила два куста вместе. Честно скажу, это всего лишь один куст, который дает цветы и белого, и розового цвета. Ну, скорее всего, даже и по форме. Наверное, белое – это что-то флорибунда, возможно, даже жираф, а розовое – это чайно-гибридная роза. Есть разные розы, но вот такая розочка мне попалась впервые. Тем не менее, многие, кто тоже занимается, чем необычнее роза, тем интереснее, конечно, на нее смотреть и наблюдать за ней. Тут рядышком лилии прям просятся в кадр. Немножечко покажу. Ярко-оранжевый. Кстати, вот сегодня все. Вот тут еще есть интересная лилия одна. Эприкот фадж. Как тюльпанчики цветут. Сегодня распускается вот еще такая лилия. И наша розочка. Между прочим, хорошо сочетается с лилиями розовыми. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!